Пари Сен-Жермен. Тогда Барселоной руководил Луис Энрике, а Пари – здание классического мяча со звездами. Чтобы нам тот эпизод показать, когда английские клубы заставили... здесь Мбаппе, надо помогать Курзава. Курзава. Ну, Барселона при Кумане. Счет 4-1 на 92-й с пенальти. А вот момент, который был у Икарди, но настолько динамично идет игра, что... во главе Эспаньола вообще, как он команду возглавил. Ильян Мбаппе против Сержиньо Деста. Десту сегодня придется очень тяжело. За вар Денис Хиглер, его ассистент, делегат Уефселонский навигатор. Он направляет лучки атаки. Коллеги посчитали, что когда на поле нет ни Ди Марии, ни... Дест. Здесь карточкой наказывать. Игроки на мяч не доходят. Паредес. И находит момент. Пятому матчу сумел победу одержать. И не где-нибудь, а здесь на Камп Ноу. И в тот год еще и в информационной среде. И не просто так помогает и сейчас с Куманом в Барселоне. Вообще в январе. Так, Мбаппе от Гризмана ушел. Дест. И угловой заработал. Еще с годовым контрактом. До окончания срока этого контракта отработки. Где остановился Париж. Жгли фаеры. То Париж и раньше мог бы выйти вперед. Мбаппе. Один Мбаппе.